Многопартийная Россия не состоялась, потому что, в принципе, политическая система в стране не состоялась. Это надо констатировать. Политическая система состоится тогда, когда будут устойчивые партии, которые могут менять друг друга у власти, когда состоится хотя бы два раза смена власти, переход власти от одной партии к другой, и при этом конституция бы не рассыпалась, и вся властная конструкция бы не рассыпалась. Мы это за все время так называемых реформ не наблюдали ни разу. Начиная с 91 года у власти одна и та же партия, какие-то робкие попытки это изменить в 93 году закончились стрельбой, и с тех пор эта партия не менялась. Она меняла название, она называлась Демвыбор России, Выбор России, Демократическая Россия, Наш Дом Россия, теперь Единая Россия. Но это все одна и та же партия, это одни и те же люди, которые сохраняют полностью преемственность своей политики. Пока не произойдет смены, ничего не изменится. И власть все время играет роль такого наперсточника, который как чувствует, что вот сейчас смена власти произойдет, она тут же меняет правила игры для того, чтобы этого не случилось. И, конечно, это не система. Это чистой воды манипуляция и жульничество. Просто вот крупье в казино постоянно передергивает карты. Пока от этой психологии власть не уйдет, никакой политической системы, именно системы, да, с большой буквы, системы в стране не сложится.